Всем привет, с вами Ши, мы очень рады видеть вас на своем канале, и как вы уже поняли из названия, это видео конкурс. Давно их не было на моем канале, и сейчас я объявляю конкурс как на канале YouTube, так и в своем инстаграме Шима Бити. Этот конкурс я буду проводить совместно с Керастас, разыгрываться будет линейка для домашнего ухода Керастас Дисциплин, это будет шампунь, молочко и несмываемый уход. И для конкурса на канале YouTube, и для конкурса на Instagram есть одно основное правило. Вы должны быть гражданом России и проживать на территории России для того, чтобы Керастас Раша могли вам переслать эти призы. И также вам должно быть не менее 18 лет. Участники конкурса должны быть подписаны на мой канал, поставить лайк этому видео. Также должен подписаться на канал Керастас Раша и поставить лайк видео с Дианой Вишневой. Очень красивое видео, это официальное видео рекламы или трейлер к линейке средств Керастас Дисциплин. Также очень советую подписаться на мою группу ВКонтакте. Велика вероятность того, что победителя я буду объявлять именно там. Не факт, что я буду снимать отдельное видео. Конкурс будет проходить до 25 октября. 25 октября я объявлю победителя. Победителя конкурса Инстаграм я объявлю именно в Инстаграме, а победителя на моем YouTube-канале, либо я сниму коротенькое видео для YouTube-канала, либо я сделаю пост в своей группе ВКонтакте. Ну и к интересной части конкурса. Для участия в конкурсе на YouTube опиши какую-нибудь забавную историю, произошедшую с твоими волосами или благодаря им в комментариях под этим видео. И также расскажи, какая укладка для волос тебе никак не удается. Часто мы видим каких-то звезд, хотим повторить их прическу на какой-то важный день. Очень много таких причесок, которые не получаются, либо не получается с первого раза. То есть вы можете написать либо самую сложную для вас укладку, либо которая просто у вас не получается. Для конкурса в Инстаграм ты должен быть подписчиком моего Инстаграм Шима Бити. Также ты должен быть подписчиком Инстаграм Керастас Раша. Ты должен поставить лайк фотографии об объявлении конкурса. Ты должен выставить в своем Инстаграме фотографию себя со своей любимой укладкой для волос или прической, или вечерней, дневной, неважно. И поставить под этой фотографией хэштег Шима Гивэвэй и хэштег Керастас Раша. Разумеется, все условия конкурса и для Инстаграма, программы для YouTube конкурса я напишу под этим видео, чтобы вы не запутались. Также напишу в группе ВКонтакт на всякий случай. Еще раз повторю, какие призы. То есть будет два победителя, один в Инстаграме, один в YouTube. Если вы хотите удвоить свои шансы, то участвуйте и там, и там. Это не запрещено. В принципе, призы, мне кажется, очень классные. Средства не из дешевых, не каждый может себе их позволить. А учитывая, что это новинка, я думаю, многие девушки, во всяком случае, захотят ее попробовать. Желаю вам всем удачи, до новых встреч, пока-пока!